Всем привет, ребята! Вы на канале Санишки Играем Вместе. С вами папа Санишки. Сегодня мы поиграем в игру Симулятор Пчеловода. Ребята, почему мы сегодня в нее поиграем? Потому что буквально там несколько дней назад в этой игре вышел новый код, посвященный 5 миллионам favorites. Ну, то есть 5 миллионов человек оценили эту игру, и она им понравилась. То есть 5 миллионов человек, представьте. То есть это, конечно, очень большая сумма, большое число. И разработчик Anet по этому событию, он выпустил новый код. Ребята, мы сейчас этот код с вами введем, посмотрим, что он дает. И вы, ребята, пока подпишитесь на Санишка Играем Вместе на YouTube, чтобы ничего не пропустить. И сразу вам скажу, что, ребята, становитесь членами группы BeeSwarm Simulator, то есть симулятор пчеловода, становитесь членами этой группы. То есть те, кто вступают в эту группу, как вы помните, вот в клуб, да, могут использовать вот такие диспенсеры, которые стоят. Ну и для тех, кто в клубе, как я понимаю, этот код будет длиться аж целых 2 дня. Ну, давайте сейчас посмотрим, это все проверим и посмотрим, что нам дадут. Так, значит, этот код у нас 5 5 МФ. МФ и фей во ри 5 миллионов фейворитс. Итак, мы получаем ивент. Honeyday ивент у нас будет. И один red balloon, то есть один шарик красный. Теперь давайте посмотрим, сколько будет длиться у нас ивент. Honeyday ивент. Это получается 2 суток, ребята, действительно. Один день и еще 23 часа. То есть, ребята, 2 суток. Так что сначала вступайте, если вы не в группе, вступите в эту группу в игре, то есть в Роблоксе вы можете посмотреть. Группа по этой игре, вот так называемый клуб. Вот, и потом вводите уже этот код. И у вас ивент будет длиться 2 дня, как я понимаю. А для тех, кто не в клубе, он длится там, по-моему, 1 день. Ну вот, ребята, так, если я ничего не напутал. Но в любом случае это достаточно хороший код, потому что он x2 к пыльце и x2 convert rate. То есть он у вас конвертируется, пыльца в мед, в 2 раза быстрее она у вас конвертируется. Поэтому выбирайте поле, какое вы в соответствующей пыльце, там, на котором у вас больше всего, и фармитесь аж целых 2 дня. То есть можете 2 дня вообще, ребята, из этой игры просто не выходить. Вот, эта игра, конечно, сейчас немножко подзабыта. Вот, но я думаю, что благодаря этому коду, то есть вы о ней вспомните и обязательно зайдете. И я думаю, что пофармитесь. Давайте я сейчас тоже приготовлюсь к фарму, что-нибудь совершу донат сюда, что-нибудь задоначу. Давайте, может быть, яйцо даже задонатим. У меня серебряное яйцо где-то было. Так, что-то долго листаю. Давайте задонатим его. Посмотрим, что мне. Ну, достаточно много полей тут я вижу. Достаточно много полей выпало. Даже одуванчик у меня x8. То есть, в принципе, мне, наверное, есть смысл на одуванчике. Фармиться на одуванчике. Еще мне есть смысл вот сюда попасть.
вот сюда попасть и сделать буст. И посмотреть, что у меня выпадет. У меня спайдер выпал. Спайдер на x2. Но я думаю, что все равно лучше всего у меня будет одуванчик. То есть я могу еще могу сделать буст. Установить надо вот разбрызгиватель, поливальщик. Вот кто-то посадил гамми спрут. Давайте посмотрим, где этот спрут гамми. Посмотрим, где он по карте. Вот он. Вот он, ребята, гамми спрут. И сейчас мы его откроем. Давайте пособираем. Посмотрите, сколько всего выпало. Чей-то, короче, спрут, ребята, открыл. Ну, как говорится, тут не зевай. Спрут открывай. Росток, так называемый, открывай. И я почти весь его и, собственно, еще и клей тут мне достался. Еще и ветерок тут мне прилетел, который собирает все дропы, собирает ветерок. То есть, в общем, у чела у какого-то перехватил, ребята, перехватил гамми спрут, гамми росток. И также я оставлял тут, оставлял я вот такой плантер. Давайте его сейчас откроем. И мне тут достались хонисёклы с него. В общем, ребята, вспоминайте потихоньку. Я тоже подзабыл эту игру уже. Подзабыл тут, как что тут делать. Так что сейчас вспоминаю этот код. За этот код, я думаю, можно неплохо пофармиться. Сейчас у меня 524 миллиарда. Я думаю, что можно нехило, в принципе, так подраскачаться. Ну а вам, ребята, если понравилось это видео, и если оно вам было полезно, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. И всем пока!